Территорию школы номер 3 можно назвать образцовой в плане благоустройства. 10 лет назад двор украсили клумбы с цветами и деревья разных пород. Особенно полюбились коллективу и ученикам школы сосны. Сегодня в рамках единого дня посадки леса здесь появилась еще одна сосновая аллея. Сосны всегда хорошо приживаются, и территория выглядит ухоженной. Лиственные деревья мы тоже, конечно, садим, чистим территорию. Но сосны нам нравятся именно своей вот такой неприхотливостью, аккуратностью. Обязательно за деревьями следим, поливаем. И потом, когда они приживаются, радуют наш глаз. Аллею посвятили юбилею Победы. Практически у каждого ученика в семье есть история о героях войны. Деревья ребята садили с особым чувством гордости, а после рассказали гостям о своих родных. У меня огромная гордость, честь за своего прадеда, за то, как он воевал. Я очень горжусь и искренне садила дерево. Я буду ходить, рассказывать, рассказывать историю своего прадеда, там, где он служил, какие он медали, звания получал, рассказывать о его брате, который также служил вместе с ним. В посадке деревьев ребятам помогли ветераны-комсомолки. Процессом руководят сознанием дела. Ведь за свои годы ветераны высадили немало саженцев. Память о Великой Отечественной войне должна жить вечно. И о наших героях войны и тружеников тыла, их имена должны помнить все поколения. Но вот хорошо, что молодежь принимает участие, школьники. Они им здесь жить, им здесь учиться. Они будут ходить, вспоминая своих родителей, дедов, прадедов и не только. И, думаю, будут передаваться из поколения в поколение. В единый день посадки леса школьники высадили более 2 десятка сосен. Ребята обещали поливать деревья и ухаживать за ними, чтобы через несколько лет здесь разрослась уютная тенистая аллея памяти. Мария Силантьева, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.